Привет, с вами Владимир Алексеевич. Сегодня я вам расскажу, что из спасательных средств должно храниться на мостике и какая пиротехника должна быть на мосту. Перед нами 4 линемета. Выглядит он вот так вот, крупный довольно-таки. Мы должны проверить, чтобы expire date был в порядке. Проверяем целостность пломб. Проверяем заднюю крышку, чтобы она прилегала. Убедились, что все в порядке. Оставляем там. В таких вот ящиках хранятся парашютные ракеты. Выглядят они вот так вот. Проверяем целостность корпуса, крышки и так далее. И также проверяем дату. Все в порядке. Убедились, что в нашем контейнере нет ничего лишнего, только пиротехника, что он сухой. На этом все. Значит, из ЛСА тут хранится 2 immersion suit, 2 больших жилета крупного размера. Там для веса свыше 100 кг или 120. 2 обычных жилета и 2 детских, они уменьшенные. Также один EBD. Обычно это не обычный EBD, а тренинг. Но даже, кстати, тренинг и EBD должны храниться под давлением. Вот так вот выглядят жилеты oversized. Они более крупные. Вот adult плюс 43 килограмма. Adult идет на 75 килограмм. Там же хранятся жилеты поменьше. А вот наш EBD. Тут написано тренинг, но он находится под давлением. То есть мы вправе его использовать для экстренных целей.